Итак, друзья, продолжаем, да? Где-то вот там, вот которая башня, мы были там на экскурсии вот только что. Вот паркинг, где я стою. А вот трейлеры, где мы начинали свои видео. Вот. И там вот под номером 10, которая вот здесь мне понравилась. Кстати, вот дорожечка такая вот. Здесь автомобилем можно доехать. Паркинг такой вот небольшой, парклац. И вот такая вот доска объявления, или то есть обозначение, что здесь расположено. Итак, добро пожаловать. Мы находимся вот единичка. И пойдем потихонечку вверх. Вот какие-то достопримечательности. Там 5, 6, батут 7. А сами кабанчики, наверное, находятся вот здесь. Костер, гриль-плац. Ну вот так это обойдем, это мы все. Кстати, велосипед я оставил там возле выставки, ну вернее, возле здания. И колонку так и оставил. У меня Bluetooth-колоночка такая со мной путешествует всегда. Ею я пользуюсь в авто как для просмотра фильмов, а также прослушиваю какие-то музыкальные форматы во время движения там, крутя педали. Вот. И забыл ее забрать с собой, да? И вот, если бы не знать, это в других, не Западная Европа, где-то вот Восточная Европа, да, там. Я думаю, уже спёрли не только саму колонку, а и с великами место тащили, так что как-то так. Идем вверх. Ага, я видел что-то самое. Вот видите, попахана земля, все. Кабанчики дикие здесь, оказывается, пасутся. И мы можем сейчас с вами вместе их понаблюдать. Я уже вижу двоих, как минимум. Если бы так где-то в лесу, конечно, стрёмно с ними встретиться. Ну, наверное, там какой-то ток, наверное, проходит. Да-да, под током, под напряжением. Ну, сейчас мы вот вблизи с вами, да? Какой красавец, что-то рыщет. И вон, чуть далее, второй там. Чтобы вы понимали, под током, под напряжением, вот беленькую такую вот, видите, цоколь такой, то есть это. А вот и третий, четвертый, ух ты. И здесь, наверное, целый выводок. Ух ты. Третий. И вон там вот чуть-чуть за деревом еще. Ладно, мы ближайших возьмем здесь. В ракурс. Перепахали все здесь. Ищут, ищут. А ну ж посмотрим, как поблизости он. Да, друзья, я так бы в лесу, конечно, чтобы на расстоянии, ну, сколько здесь вот, 2 метра. 2 метра бы я не подходил бы вообще. Но они молодые еще, наверное. Интересно. Итак, мы идем оттуда во снизу. Вот так по тропиночке влево сейчас свернули. Идем. От дождя, наверное, какое-то вот накрытие. Тут же калитка вот, наверное, для тех, кто кормит. Все-таки не одним, мне кажется, кормом подножным, да? Так, что у нас здесь? Как считается, сколько лет или по кольцам высчитывают, наверное, да? Анатомия дерева, да? Так, идем, идем. Ладно, что-то посмотрим, увидим, продолжим. Также вот такой домик лесовичка, в кавычечках, да?
Как прекрасно жить в таком месте. Ничего не шумит, не гудит. Природа, супер, птички поют. Ну а мы все поднимаемся. Сосны высокие, ровные. Может, даже и не сосны, может, как-то по-другому. Вот. Но то, что из соснового, как бы, не пихта, хотел бы сказать, да? Мягкая порода, конечно, это да. Ну, идем наверх. А скорее всего это ели, судя по коре, наверное, это елка. Ну, вот такие высокие. Ну, это знатокам, кто в этом более разбирается, в древесном. Вообще в такой флора-фауна, да. Так, идем дальше. Я уже чуть на подъем уже и заморился. Так, друзья, объехал это я такой заповедничек. Вот. И приехал уже как бы на само начало. И посмотрите вот здесь, как прикольно. Корневая система, да, дерево стоит. Оно нормальное, еще живое. Видите, как кабанчики подрыли уклончики здесь. И вот там дальше. Интересно, конечно. Нарыли. Ну вот так вот. Здесь, кстати, они, наверное, развлекаются, купаются. Ну вот так вот, друзья. Вот такое, наверное, заключение будет у меня. Все, едем дальше.